Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас мы с вами посмотрим, как на телефоне Vivo V21 можно войти в безопасный режим. Зажимаем клавишу питания. Далее зажимаем клавишу выключить. И подтверждаем переход в безопасный режим. После чего, как вы можете заметить по надписи в левом нижнем углу экрана, мы находимся в безопасном режиме. Чтобы наш телефон вновь вошел в обычный режим, просто перезапускаем его. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!